Приветствую вас, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет видео, посвященное топовым продуктам из 9-го каталога компании Oriflame. Я отметила 9 закладочек. Как видите, у меня бумажный каталог в руках. Это огромное счастье держать в руках бумажный каталог. Очень по нему соскучилась. Почему топ-10? У нас в каждом каталоге огромное количество продукции. Ассортимент разнообразный. И когда мы встречаемся с клиентами, нет возможности зачастую говорить долго о продукции, рассказывать про разные серии и вдохновлять людей на заказы. Поэтому я всегда выделяю несколько продуктов из каталога, которые мне самой нравятся. И при встрече с клиентами я именно об этих продуктах и говорю. И если посмотреть на продуктовую линейку, которую я выбрала, то здесь есть и средства гигиены, парфюмерия и декоративная косметика. И уходовая продукция, конечно же. Итак, что я выбираю? Во-первых, я всем рассказываю про акцию, которая у нас идет в самом начале каталога. При заказе на 2000 рублей из этого каталога или с сайта мы получаем дополнительную скидку 50% на аромат Love Potion Secrets. Такой шикарный аромат. У него, помимо красивого оформления, еще очень приятный состав. Белый шоколад, белая клубника и ванилин. Аромат вообще приятный настолько, что буквально слюнки текут. И когда я его вдыхаю, я ощущаю себя моложе. Если честно, я считаю, что все-таки этот аромат больше подходит для молодых, юных, дерзких, готовых в любой момент сорваться в приключения или в пляс. Вот я сама такая, поэтому мне этот аромат очень нравится. Что еще про него могу сказать? Он достаточно стойкий, аромат настолько приятный, у меня его любит дочка, и заказываем этот аромат постоянно. Кстати, я уже рассказала клиентам, у меня 2 аромата заказали, поэтому я вам тоже рекомендую обращать внимание клиентов на акции, потому что не все замечают, что в каталоге есть интересного. Бывает такое, что закажи 2 продукта, скидка увеличивается, или 2 заказываешь, 3 в подарок. Это все нужно мониторить и рассказывать клиентам, чтобы люди тоже выбирали для себя продукцию. Кто-то скажет, условия сложные, на 2000 рублей не каждый может заказать. Конечно, я согласна. Поэтому я предлагаю всегда совместные покупки. Либо, например, я говорю, у меня есть заказ на 1000, ты делаешь еще на 1000, а скидку на аромат забираешь себе. Или я предлагаю взять каталог и показать подругам, и собрать заказ на 2000, и получить аромат, такой шикарный аромат с большой скидкой. Я думаю, ради этого стоит и потрудиться, постараться. Следующий разворот, который я отметила, это жидкое мыло. Всегда актуальны средства гигиены, как и интимные гели очень хорошо заказывают. Кто их попробовал один раз, уже постоянно перезаказывает. Наши зубные пасты очень популярны, их все любят. И кто пробует, потом просто берут постоянно пасту, щеточки. Один тюбик пасты, например, и на семью 3 щетки. Всегда есть повторные заказы. Конечно, эта линейка, она у нас очень обширная. И нужно выбрать было что-то одно. Я посмотрела то, что мне самой больше нравится. Я всегда люблю жидкое мыло. Почему-то я не могу без него, даже если лежит рядом какой-то лакомый кусочек твердого мыла, я выберу всегда жидкое мыло. Очень редко сама пользуюсь, если только настолько любимый аромат. А почему нравится? Удобно. С дозатором. Не нужно брать кусочек из мыльнички, не нужно, там бывает иногда вода скапливается, и мыло немножко, может быть, размягчится. Многие люди это считают как бы недочетом и тоже выбирают жидкое мыло. По крайней мере, у меня всегда есть клиенты на жидкое мыло. Итак, я держу в руках сейчас жидкое мыло, мед и молоко, чтобы вы увидели, как оно будет выглядеть. 300 мл с дозатором. Это огромное преимущество. И я также взяла флакончик мыла, которое не представлено в каталоге серии Love Nature, но у нас представлено здесь мыло с кокосом, поэтому я показываю вам его, как будет выглядеть флакон, то есть такой вот
интересной формы флакончик, тоже с дозатором. И также мыло из серии Essence & Co. Оно, конечно, у меня самое любимое, потому что в составе натуральные эфирные масла, очень вкусно пахнет, и самый-самый красивый флакон. Конечно, мед и молоко тоже роскошный флакон, но Essence & Co, мне кажется, намного даже интереснее. Следующая страничка, которую я выбрала, так непривычно в маленьком каталоге, это помады. Вы знаете, помады, мне кажется, всегда актуальны. Помада помогает сменить образ, помада помогает поднять настроение, помада ухаживает за губами. Если выбрать подходящий вариант помады, как, например, помада в тюбиках «Новинка», серия «On Color», я не ожидала, что эта помада будет настолько хороша. На самом деле, у меня в серии On Color нет такой большой любви и дружбы, хотя я у себя в косметичке частенько завожу туда эти продукты, но не все. Мне нравятся карандаши для глаз, мне нравятся помады On Color, мне нравятся, сейчас посмотрю, лаки. Кстати, лаки очень неплохие, и тени. Но вот эти помады, они меня просто покорили. Я вам сейчас покажу один вариант, как это выглядит. Мы откручиваем колпачок. Почему один вариант? Вы можете у меня на канале найти ролик, где я как раз тестирую обе эти помады и рассказываю свои ощущения. Вы просто увидите своими глазами, как легко этой кисточкой наносить помаду. Не требуется контур, не требуется каких-то усилий или еще чего-то необыкновенного. То есть просто проводишь один слой, она очень яркая, она сочная, она такая легкая. Вот на губах я ее не чувствую. Помада матовая, но не стойкая. То есть не заявлено, что она стойкая, но она хорошо лежит на губах. Недавно я снимала обзор каталога и как раз делала выкраску на руке всех помад. А потом в конце вот так руками, пальчиками растирала и показывала, какие помады прям легко стираются, очень легкие, какие-то практически не стираются. А эта достаточно хорошо себя проявила. То есть, конечно, она двигается, но не так, чтобы прям вот смазалась очень легко. И я эту помаду очень полюбила. Что еще хочу сказать? Смотрите, как удобно, что это тюбик. И обычно жидкие помады, они идут у нас в пластиковых, в таких не мягких упаковках. И обычно остается немножечко на дне. Ну, то есть невозможно все использовать. А здесь тюбик, то есть можно вот так выдавливать и будет выходить. И таким образом помада будет использована до конца без остатка. Мне кажется, это тоже преимущество такой помады. Следующий разворот у нас. Серия Giordani Gold, карандаш Cushion для бровей. Я про него слышу уже со всех сторон очень много восторгов. Многим понравилось. Я сама пробовала два раза. Один раз на тестирование, тест-драйв мы делали, записывали так мини-ролик для чата. И один раз я пробовала у подруги. Вы знаете, какой эффект дает этот карандаш? С одной стороны, очень удобные формы. Идет карандашик, можно прорисовать форму бровей, а с другой стороны как раз кушан, и он заполняет вот это все пространство, пустоты. Вы знаете, получается эффект, как будто брови такие объемные, я их называю норковые брови, то есть они такие пышные, объемные, очень красивые, и при этом выглядят натурально. Поэтому я отметила этот карандаш, потому что у меня про него стали много спрашивать, как и из команды люди спрашивают, а когда будет карандаш этот, так и вот знакомые. Следующий разворот, моя любимая тушь 5 в 1. Я не могла пройти мимо, хотя в этом каталоге есть у нас туши и по более выгодным ценам, чуть ниже. Тушь удлиняющая с эффектом наращивания ресниц всего 199 рублей, тушь водостойкая, но я люблю свою любимую 5 в 1, всегда про нее говорю. Вот знаете, если что-то действительно нравится, и мы об этом говорим, люди это чувствуют. И у меня на эту тушь всегда есть заказы, всегда. То есть я, когда выхожу из дома, я в сумочку кладу такую тушь.
одну или две, если я знаю, что я буду заходить несколько мест к знакомым и клиентам, то можно и пяточек положить. Бывало такое, что за день и 10 штук забирали. Чем эта тушь хороша? У нее невероятно удобная кисточка. Кисточка силиконовая, такая у нее форма интересная. И чем мне эта кисть нравится? С одной стороны, очень-очень короткие ворсинки, практически незаметные. И я ими подкрадываюсь к началу роста ресниц, а так как у меня глаза очень чувствительные, они реагируют быстро на все, сразу краснеют, слезятся. И вот когда щеточка длинная, то я достаю до слизистой, и у меня сразу идет такая реакция, как минимум слезы. А с этой щеточкой все прекрасно, и я прокрашиваю от основания, тяну вверх, а потом переворачиваю другой стороной длинной и начинаю работать уже с верхней части и укладываю реснички веером. Кстати, как раз у меня эта тушь на ресничках. Сегодня такой вариант очень легкий, буквально два слоя вот так махнула два раза и реснички прокрасила. Мне эта тушь понравилась с первого взгляда, всем ее тоже рекомендую. 299 рублей будет цена туши в каталоге. Так, чтобы ничего не пропустить, классный продукт, новинка, но не могу сказать, что это новинка 9-го каталога, потому что уже в 8-м каталоге мы тоже видели этот хайлайтер, называется «История с голографией». В прошлом году у нас выходил хайлайтер в аналогичной упаковке, только золотистого оттенка, а здесь у нас оттенок такой с розовой, с голографией, выглядит бесподобно. У нас уже и в чат скидывают, и в других чатах я вижу, в официальных обозревателях все хвалят новинку. Я покажу, как устроена здесь пипетка, но я, честно говоря, пипеткой никогда практически так вот и не пользовалась. То есть достаешь здесь много средств, вот капельку вот так вот снимаешь на руку, и главное хорошо закрутить, чтобы оно не сохло. Кстати, вот год средство пролежало, и им еще все равно можно пользоваться прекрасно. Чем мне оно нравится? У него такая легкая полупрозрачная текстура, мне кажется, даже вот вам может быть и не видно, я побольше чуть положу. Легкая полупрозрачная текстура, которая легко тушуется как по жидким, так и по сухим текстурам. То есть бывало такое, что я наносила сначала пудру, румяна сухие, а потом сверху вот так вот делала, вот так вот немножечко. Кстати, я сегодня хайлайтер не наносила, я немножечко так вот делала сюда, и получалось сияние. Конечно, это нужно делать перед зеркалом, чтобы все равномерно распределить, но это очень красиво выглядит, сразу такое деликатное сияние, очень изысканная, красивая. Я думаю, что розовый будет еще круче. Я решила заказать и подарю дочке на день рождения. Будет один из маленьких подарочков. Если вы уже попробовали какие-то продукты, особенно вот этот хайлайтер, тоже напишите в комментариях, какие у вас впечатления, нравится или не нравится. Но мне кажется, он не может не понравиться, этот продукт. Вот у меня просто восторг вызывал весь год, я им пользовалась с огромным удовольствием. Следующая страничка, маски, патчи, все на одной страничке. Серия Love Nature, очень люблю эту серию, и покажу вам, например, вот такую упаковочку. Это патчи с киви, я их полюбила с первого взгляда. Просто это первое, визуально очень красиво, когда наклеиваешь такие дольки киви. Во-вторых, это очень хорошо помогает убрать отеки. Я в последнее время, бывает, что мало сплю, не досыпаю, и у меня зачастую утром появляются такие припухлости. Сейчас я достану, смотрите, две сразу достала. Так, давайте на чистую руку так прилеплю, а эту закину обратно. Можно их использовать не за один раз, вот то, что мне нравится. Я взяла упаковку, открыла, тут замочек есть, на замочек все закрыла и хранится. Вот один вот такой вот, как сказать, фрукт, один фрукт я достаю по утрам, разрезаю ножничками пополам и прикладываю на вот эти вот припухлости, которые утром зачастую бывают, и хожу минут 10-15, я трогаю, только начинает высыхать, я сразу снимаю. Но здесь так много сыворотки,
И это так приятно, когда я снимаю, уже тут ровная гладкая кожа, глазки сразу раскрываются, все становится очень хорошо. Иногда я приклеиваю на места, где вот сухость, например, вот на шее, вот эта зона лоб и где вот складка. Иногда я вот сюда приклею, на носогубки, то есть я их режу на дольки и леплю куда хочу. Это очень удобно, что можно и целиком использовать, и частями, а можно всей семьей сделать патчи и параллельно или заодно сделать прикольную фотосессию, чтобы было весело, останутся шикарные фотографии на память. И здесь также есть еще масочки тканевые для лица, масочки вот такие маленькие малышки и новинки. Вы знаете, я влюбилась в эти маски, заказала еще себе несколько штучек, чтобы были, потому что я люблю и дарить. Кстати, сегодня как раз вот такую масочку я подарила. Нужно было сделать комплимент одной девушке, и я ей положила такую масочку и еще три продукта, и получился классный подарок. То есть я подобрала все так по цветам, у меня там крем для рук в розовых тонах, мыльца и тушь как раз 5 в 1. Так вот, эти маски мне понравились тем, что они на 95% с натуральным составом, и очень вкусно пахнут, и они эффективные. То есть сразу видно результат, что кожа увлажненная, кожа чистая, поры становятся меньше, эффект очень классный. Поэтому масочки тоже рекомендую, они у нас по 159 рублей всего будут в каталоге, и заказываем, балуем свою кожу, своих друзей, близких. И на этой же страничке я отметила набор осветляющий, серия Optimals. Почему я этот набор отметила? Наверное, все-таки он самый популярный среди моих знакомых и клиентов. Что им нравится? Им нравится цена, достаточно доступная, нравится крем, как он ложится, как он впитывается, как он увлажняет кожу. И третье, кожа выглядит свежее, потому что крем осветляющий, он выравнивает тон кожи, соответственно вот уходит какая-то серость, уходит пигментация, и выглядит лицо намного круче, чем до использования. И остался еще один продукт, это новинки. Я думаю, что вы уже догадались, потому что я очень люблю новинки, тоже из серии Love Nature. Нас ждут обновленные маски, маски вот такие в пакетиках. У меня как раз три сорта масок, три масочки. Почему-то они решили поменять дизайн и убрали маску с манго, ее заменили на маску смузи, она будет с органической папайей. Я думаю, что будет тоже очень вкусная маска по аромату, и по как раз она восстанавливающая, поэтому я с удовольствием буду брать, мне как раз и нужно восстанавливающая. А это у нас была больше для окрашенных волос, то есть здесь прям было написано для окрашенных. А вот у меня такое есть впечатление, что эту маску тоже не надо было убирать, потому что у меня практически все знакомые красят волосы, потому что с возрастом уже появляется необходимость, не просто желание измениться, а появляется необходимость подкрашивать волосы. Так вот, вот такие у нас будут масочки новенькие, также 30 миллилитров объем, и при покупке двух цена будет выгоднее, по 79 рублей за масочку. А еще появилась новинка, скраб-шампунь для волос с углем и органической мятой. Возьму обязательно, давно хотела попробовать скраб. Я знаю, что скраб для головы, он очень полезный и эффективный, и если пользоваться таким продуктом, то улучшается состояние волос, рост волос, поэтому мне не терпится попробовать. Жду с нетерпением открытия каталога и сразу закажу много, потому что здесь объем 20 миллилитров, то есть уже будет меньше. Я думаю, что это как раз на одно применение. А я как раз собираюсь в путешествие и возьму с собой такие очень удобные саше. То есть не таскать с собой тюбик с шампунем, а практически невесомый пакетик, который потом просто выкидывается. Вот и все. Так что нас с вами ждет очень классный каталог, хорошие предложения, акции, скидки и просто удовольствие от того, что у нас есть возможность пользоваться высококачественным продуктом по очень доступным ценам. Как вам обзор?
Если понравился, ставьте лайк, пишите, что вы выбрали из каталога, какой у вас топчик. У кого-то может быть это топ-3, топ-5, топ-10. Ну, больше не стоит, хотя может быть невозможно остановиться бывает. Выбираешь и выбираешь. Я вам желаю отличного нового каталога, прекрасного настроения и много благодарных клиентов, которые всегда вас ждут, вам рады и рады новому каталогу. До новых встреч! Всего доброго, пока-пока!